краткосрочны? Да. Будем надеяться, что радость от покупки нового автомобиля длится дольше. Шведские конструкторы предложили рынку новое, второе поколение, без того очень популярной модели. Время тест-драйва. Сегодня мы познакомимся с XC60, новым среднеразмерным кроссовером компании Volvo. По сравнению с предшественником, длина и ширина кузова выросла, а вот высота уменьшилась. Пропорции машины стали более спортивными и стремительными. Главным элементом нового дизайна можно смело назвать авангардную светотехнику. Особенно необычные гигантские задние фонари, напоминающие латинскую букву L. Цена этой модели с дизельным двигателем D5 начинается от 3 миллионов 355 тысяч рублей. Но наш тестовый автомобиль стоит 4 миллиона 863 тысячи. Это топовая комплектация. Конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Даже если прикрыть эмблему на руле, то легко догадаться, что находишься в Volvo. Принадлежность к марке выдает повернутая в сторону водителя центральная консоль с большим экраном мультимедиа-системы. Но теперь здесь больше воздуха, а главное, заметно более высокое качество отделки. В распоряжении шестидесятки цифровая панель приборов, камеры кругового обзора и даже четырехзонный климат-контроль. Левые, правые, задние пассажиры могут настраивать погоду по своему усмотрению. Тестовый автомобиль обозначен шильдиком D5. Это значит, что под капотом установлен дизельный двухлитровый двигатель мощностью 235 лошадиных сил. Мотор относится к новейшему модульному семейству Drive-E. Он алюминиевый, снабжен двумя последовательно расположенными турбокомпрессорами с индивидуальным контролем давления по цилиндрам. Динамика хороша. На разгон до сотни уходит 7,2 секунды, максимальная скорость 220 км в час. По части техники у XC60 произошло одно революционное изменение. На него стали устанавливать пневмоподвеску. Благодаря ей поведение машины преобразилось. Тряска на неровностях осталась в прошлом. По дорогам любого качества новая шестидесятка катит с лимузинной мягкостью. В своем сегменте это один из самых комфортных автомобилей. Отрадно, что за это не приходится расплачиваться ухудшением управляемости. Автомобиль с азартом проходит виражи различной крутизны, радуя водителя похвальной стабильностью и четкой реактивной связью на руле. Перед бездорожьем он тоже не пасует. Залогом уверенного передвижения вне асфальта служит полноприводная трансмиссия и солидный клиренс до 249 мм. Что ж, шведов можно поздравить с успехом. XC60 явно удался. Красивый и современный автомобиль. Конкуренция в этом классе только усиливается.